туристов было в Малайзии, но не каждому выпадало такое счастье попасть здесь под огромный ливень и спрятаться именно в тени такого знаменитого здания, как башни-близнецы Куала-Лумпура. Мы сейчас стоим здесь и наслаждаемся видом огромного мегаполиса, когда все люди просто прячутся от дождя. Вот вы видите улица, которая буквально 10 минут назад была просто забита людьми, туристами, которые здесь фотографировались. Сейчас вот такая просто пустынная, потому что все спрятались под навесы и в здания. Поэтому не экономьте эти несколько десятков долларов и не ездите в Азию в сезон дождей, потому что по полдня вам придется проводить вот такой ситуации. Привет из Куала-Лумпура, сезон дождей в Малайзии.